Сегодня траур охватывает всю страну, ведь мы потеряли яркую звезду сцены и экрана. Народная артистка России, Лариса Голубкина, ушла из жизни вчера вечером, после госпитализации с подозрением на инсульт. Сегодня Москва провожает эту выдающуюся артистку на ее последний путь на Троекуровском кладбище. Судьба Ларисы Голубкиной была полна противоречий. Ее путь к звездной славе начался рано, когда она только начинала свою творческую деятельность. Но, как и у многих, на ее пути неизбежно возникали сомнения в собственном таланте. Несмотря на вершины успеха в театре, она сталкивалась с трудностями в личной жизни и разочарованиями. Однако Лариса Голубкина не прекращала свой путь, она продолжала идти вперед, считая себя счастливым и состоявшимся человеком. Ее великолепная игра и неповторимая харизма привлекли внимание всесоюзной публики после съемок в фильме «Гусарская баллада», когда ей было всего 22 года. Этот образ поднял ее на вершину кинематографического Олимпа, и она стала одной из самых ярких и любимых актрис своего времени. Сегодня мы горько прощаемся с этой талантливой и выдающейся женщиной. Лариса Голубкина оставила незабвенный след в истории российской культуры, ее творчество будет жить в сердцах поклонников и вдохновлять будущие поколения.